все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть, мысли, тревоги, мечты и прочее, перевести на бумагу. То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки, и просто в любом порядке купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, выучить иностранный язык, что угодно, вот просто вот что угодно. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Основная цель – выгрузить вашу голову. Это номер один задача.